Курение как таковое, если рассматривать в этом качестве вдыхание дыма от сгорающих растений, известно очень давно. Фрески в индийских храмах изображают фигуры богов, вдыхающих дым ароматических курений. Курительные трубки были найдены при раскопках захоронений знати в Египте, датируемых 11-13 веками до нашей эры. Геродот, описывая быт и нравы скифов, писал, что они имеют привычку вдыхать дым сжигаемых растений. Предполагают, что курение в виде вдыхания дымов особенных растений возникло как атрибут ритуальных действий, помогающих освободить сознание шамана и достигнуть особого состояния духа. Курение как таковое не было массовым явлением, пока однажды не начали курить табак. Несмотря на широту географических мест использования табака, некоторые исследователи уверены, что история возникновения табакокурения начинается в Северной Америке. И если верить официальной истории, то Христофор Колумб в своих дневниках описывает растение, которое аборигены скручивают в трубочку, поджигают с одного конца и вдыхают дым. Андре Теве, монах, участник второй экспедиции на американский континент, прихватил с собой семена табака. Предварительно он изучил процессы выращивания, сушки и хранения листьев, а также описал физиологические ощущения человека, который пробовал курение впервые и их же после привыкания. ТВ поделился своими впечатлениями после курения с Екатериной Медичи, которая страдала мигренью. Подготовленная теоретически, она попробовала нюхательный табак, который привез Жан Вильман Нико. Медичи табак помог, на удивление. После такой рекламы, естественно, к порошку королевы пристрастился весь двор. Предприимчивый Жак Нико, не будучи врачом, отмечу, составил целый список болезней, от которых якобы вылечивает это растение. Открытый позднее алкалоид, содержащийся в табаке, был назван в его честь никотином. Принято считать, что курить табак в нашей стране начали во времена императора Петра I. Но это не совсем так, даже если верить официальной истории. Петр лишь содействовал распространению этой вредной привычки, а покуривать на Руси начали задолго до вступления царя на русский престол. Табак начали продавать в кабаках. Подобная забава вызывала, кстати, резкое осуждение как царей, так и церкви. Запрещалось возить табак из-за границы. При обнаружении у иностранных купцов этого запрещенного товара полагалось табак сжигать без остатку. И продолжались все эти гонения на курильщиков до Петра I. Именно при нем курение не только перестали запрещать, но и поощряли. Общение царя с иностранцами не прошло даром. Начал царь затягиваться табачком. Таким образом, становится понятно, что, как и употребление алкоголя, курение табака – изобретение не нашего народа. Буквально все, что способно нас медленно убить, завезено в нашу страну извне и преимущественно из Европы. 11 февраля 1697 года запрет на курение в России был снят. По царскому указу табак разрешалось продавать онный явно. В 1698 году во время своей зарубежной поездки Петр посетил Лондон. Здесь царь не только знакомится с английской промышленностью и флотом, но и заключил договор с лордом Кармартеном на поставку в Россию нескольких тысяч ящиков табака. Кто-то из царской свиты намекнул, что ввоз запретного зелья не понравится русскому патриарху. В ответ Петр заявил, что патриарх должен заботиться о вере, а не исполнять должность таможенного инспектора. Увы, возразить грозному правителю никто не посмел. Вот так и пошло заокеанское зелье по нашей стране. Далее, спустя столетия, в 20 веке, общественные кампании по борьбе с курением велись во многих странах, но государственную поддержку такая кампания получила впервые лишь в Германии, после прихода к власти национал-социалистов. Именно в Германии впервые были опробованы многие методы, которые применяются в настоящее время правительствами разных стран в борьбе с курением. Нацистское руководство поощряло научные исследования последствий курения, и немецкая наука имела приоритет в данном направлении. И в дальнейшем немецкими национал-социалистами было решено пропагандировать курение в других странах для ослабления будущих противников. Казалось бы, ну курят те, кто хотят курить, и черт с ними. Зато в государство поступают налоги от продажи и изготовления табачной продукции. Вообще-то не совсем. Несмотря на российские названия, ни одна компания по производству табачной продукции не принадлежит нашей стране. Это либо дочерние предприятия зарубежных компаний, либо дистрибьюторы. Что же получает наша страна от продажи сигарет? Верно, акцизы.
Они значительны, но убытки, причиняемые государству, больше в разы. По данным Минздрава России, за 2012 год они составили в нашей стране 1 триллион 2 сотни миллиардов рублей. Это в 10 раз больше акциза. То есть бюджет получает 1 рубль, а теряет 10. Также по данным Министерства здравоохранения России, от болезней, связанных с курением, умирает 400 тысяч человек в год. Это более 1000 смертей в день. То есть 3 батальона ежедневно уничтожаются без бомб и патронов. Штатная численность дивизии военного времени – 20 тысяч человек. Получается, что за год в нашей стране поголовно уничтожают 20 полноценных дивизий. Сигареты известных торговых марок – Парламент, Marlboro, Chesterfield и те, что вы видите сейчас на экране – принадлежат компании Philip Morris. В 2016 году продажи этой компании на российском рынке составляли 79 миллиардов сигарет. Сигареты Winston, Mevius, Camel, Собрание, Glamour, а также российские марки «Русский стиль», «Петр I» и «Тройка» принадлежат японской компании Japan Tobacco International. Годовой оборот этой компании составляет 42 миллиарда долларов США. Основной акционер и собственник – правительство Японии. Кстати, Япония – одна из самых некурящих стран. Задумайтесь. Такие названия, как Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и Yava – дело рук компании British American Tobacco. Ничего русского, друзья. В 2016 году филиал в Петербурге первым в мире наладил выпуск и экспорт табачных стиков Neo, предназначенных для работы с системой нагревания табака GLO. Это самые крупные игроки в этом бизнесе, и несмотря на то, что у них имеется огромное количество офисов и штаб-квартир в нашей стране, все вырученные средства от продаж сигарет попадают на историческую родину этих компаний. Теперь, когда мы знаем, кому на самом деле выгодно производить никотиносодержащую продукцию, давайте разберемся в смертельном ассортименте и выясним, какой вред мы получаем. Сигарета – вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой. К ингредиентам, которые присутствуют в незажженной сигарете, прибавляются более 4000 дополнительных химических соединений, образующихся в процессе сгорания, 40 из которых вызывают рак. В горящей сигарете, в которой температура превышает 800 градусов, образуется большое количество токсинов. Сюда входит смертельный газ без света и запаха, монооксид углерода, ацетальдегид, акролеин, формальдегиды и еще множество других веществ. Человек, выкуривший пачку сигарет в день, получает за год дозу облучения в 500 рентген. Если бы курящий получил такую дозу за один день, то умер бы от острой лучевой болезни в течение нескольких дней. Сигарета с фильтром. Многие считают, что фильтры современных сигарет сокращают риск возникновения заболеваний, так как отфильтровывают токсины. На самом же деле, основная функция фильтров заключается в том, чтобы сделать сигареты более приемлемым продуктом для потребителя. Фильтры изображаются и рекламируются как средства сокращения количества опасных токсинов, но реальные преимущества для здоровья не были четко продемонстрированы. Более того, в научных исследованиях выявлено, что фильтр быстро блокируется и перестает выполнять свои функции уже в начале курения сигареты. Сигары – это скрученный в трубочку табак, обернутый табачным листом. Однако часто сигары промышленного производства и некоторые самодельные сигары оборачиваются в бумагу, сделанную из табака, которую называют восстановленным или листовым табаком. Обычно сигары содержат в несколько раз больше табака, чем сигареты. Курение сигар вызывает рак легкого, пищевода, гортани и ротовой полости. Вред от курения сигар не меньше, чем от сигарет. Международное агентство по изучению рака доказало, что риск развития рака легкого среди курильщиков сигар в 9 раз выше, чем у некурящих. Табак для кальяна. Водяные трубки популярны в регионах Юго-Восточной Азии и Среднего Востока. Они использовались в течение многих веков. Если вам кто-нибудь такое скажет, то покажите ему это видео. Самой популярной страной кальянов является, как ни странно, Россия, а именно Москва и Санкт-Петербург, где концентрация кальянов просто зашкаливает. Также не отстает и Киев, Украина. Поскольку кальянный табак тлеет, а не горит, или сгорает только частично, производители кальянов утверждают, что продукт не содержит смол, однако это неверно. Так как в процессе горения при низкой температуре, тлении или частичном сгорании табака и тлении углей, так же как и при горении сигарет и сигар, образуются токсические вещества, в том числе монооксид углерода и канцерогенные вещества в очень высоких концентрациях.
При этом из-за большого объема вдыхаемого дыма количество поступающих в кровь канцерогенов и токсических веществ может быть даже выше, чем при курении сигарет. Обычная сигарета выкуривается приблизительно за 5 минут. За это время вдыхается 300-500 мл дыма. При курении кальяна процесс может длиться 20-60 минут с объемом вдыхаемого дыма 10 литров и более, что приводит к поглощению большого количества веществ, вызывающих рак и другие болезни. Существуют также и бездымные табачные изделия различных видов с различными ароматизаторами. В последние десятилетия они продвигаются на рынке в разовых упаковках и предназначены в основном для молодых людей с целью инициации потребления табака. Их предлагают курильщикам сигарет в качестве альтернативы в ситуациях, когда курение не разрешено, что способствует таким образом к двойному потреблению табачных продуктов – курительных и бездымных. Шведский снюс. Этот табак не жуют, а закладывают между верхней губой и десной на 10-15 минут, в течение которых никотин поступает в организм. Табак может быть либо запакован порциями, напоминающими маленькие чайные пакетики, либо представлять собой сыпучую массу. Вред снюса на организм человека можно наглядно увидеть в его химическом составе. Помимо никотина, снюс содержит соли, канцерогены, такие как никель, полоний-210, нитрозамины и множество других веществ, которые приводят к развитию серьезных заболеваний. Потребители снюса часто страдают воспалением десен, кариесом и даже раком ротовой полости. Кто-нибудь из вас обязательно скажет: «А я не курю табак, я курю айкос или вейп». Так вот, друзья, ни то, ни другое не является хорошей заменой табачной продукции, и вот почему. Одноразовые электронные сигареты набирают популярность. Распространенное заблуждение, что электронные сигареты генерируют простой водяной пар. На самом деле, курение электронных сигарет вообще не имеет ничего общего с паром. Электронные сигареты генерируют аэрозоль. Но так как аэрозоли обладают множеством негативных свойств, связанных со здоровьем человека, то вы, скорее всего, не встретите это слово в рекламе электронных сигарет. Следует знать, что в человеческом организме есть органы, которые могут быть невосприимчивыми к воздействию сигаретного дыма, но потенциально могут быть повреждены аэрозолем от электронных сигарет. Например, аэрозоль электронной сигареты содержит уже не раз упомянутый пропиленгликоль. Он метаболизируется печенью в пропиональдегид, и когда тот накапливается в организме, то увеличивает вероятность повреждения печени. Также это химическое вещество накапливается в сетчатке глаз, поэтому существует вероятность ухудшения зрения и слепоты. Некоторые лабораторные исследования даже обнаружили, что аэрозоль от электронных сигарет убивает клетки и повреждает ДНК. Поскольку электронные сигареты появились относительно недавно, то для оценки их влияния на здоровье необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить долгосрочные последствия вдыхания этого аэрозоля. Ну вот, наконец, и айкос. Это электронная система нагревания. Ее разработку ранее упомянутая компания Philip Morris International начала около 13 лет назад. Да вот только, как и обычные сигареты, стики IQOS состоят из двух частей – гильзы с табаком и фильтра. Во-первых, они состоят не из полноценного табака, а из крошки, производимой путем восстановления отходов табака. Интересно даже то, что она растворяется в воде. Растворяется? Смотрите, вот просто посмотрите. Я вот возьму сейчас на пальчик. Даже они не берутся, они тают просто. Вот, 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 видно вам? Видно? А во-вторых, к этой табачной субстанции добавляется глицерин, пропиленгликоль и дополнительный жидкий никотин. Зачем это делается? Затем, чтобы происходил процесс парообразования и курильщику поступал дополнительный никотин. Ведь в самом по себе табаке и стиков при его нагревании вещества выделяется недостаточно для насыщения курильщика. Также пропиленгликоль и глицин дают дополнительный удар по горлу. Тем самым вы просто меняете шило на мыло. Вейпы. Что это такое? Это электронные сигареты или мини-кальяны? Вейперы считают, что курят не обычные сигареты, а сигареты с электронной начинкой, пропагандируя курение электронных устройств как безопасную альтернативу обычным сигаретам. Из чего состоит жидкость для парения? Разберем. Глицерин, пропиленгликоль, Е1520, ароматические добавки, никотин. В выделяющемся аэрозоле при курении электронных сигарет содержится 31 опасное вещество. При нагревании аккумулятора устройства для парения концентрация выделяемых канцерогенных веществ значительно увеличивается.
Компании, выпускающие электронные сигареты, любят заявлять о том, как электронные сигареты могут помочь людям бросить курить. В лучшем случае, это такая же замена или такая же помощь, как никотиновый пластырь или никотиновая жевательная резинка. Но определенно, это не является чудом или спасением. Так что если вы считаете, что нашли альтернативу классическим сигаретам, которая безопасна для вас, то вы абсолютно не правы, друзья. Это не панацея, это один, еще один ловкий маркетинговый ход для извлечения прибыли из обычных людей. На этом, друзья, я передаю слово своему другу и коллеге, который помогает мне в создании этого фильма. Сергей Енин с канала Енин. Серега, продолжай. Давайте теперь поподробнее разберем воздействие всех веществ, попадающих в организм человека при курении. И начнем мы с короля вредной привычки – никотин. Большие дозы этого соединения приводят к нарушению работы тканей сердца, легких, кровеносных сосудов и головного мозга. Влияние никотина на организм также заключается в мутации здоровых клеток, в результате чего развиваются новообразования и обостряются хронические процессы. Он способен накапливаться в тканях постепенно, отравляя организм. О возникновении механизма зависимости вы можете узнать из фильма о возникновении привычек на канале Yen-In, ссылку на который я оставлю в описании. При выкуривании сигареты также выделяется дофамин, вызывающий радость. Это приводит к развитию никотиновой зависимости, так как человек хочет пережить это снова. Специальных ферментов, которые могли бы расщеплять вещество на безвредные составляющие, в нашем организме не существует. Поэтому частое курение вызывает хроническую интоксикацию. При вдыхании табачного дыма часть его компонентов вместе с никотином оседает в полости рта и попадает с пищей и слюной в желудок. Даже самая незначительная концентрация этого вещества приводит к раздражению слизистых. Зубы желтеют, а их эмаль становится хрупкой. Отмечаются заболевания десен, страдает кишечник, а также печень и желчный пузырь. Переваривание еды замедляется. Пребывание пищевого комка в желудке дольше положенного времени провоцирует дополнительное выделение соляной кислоты и ферментов. Они агрессивно влияют на внутреннюю стенку органа, вызывая ее раздражение и повреждение. Независимо от гендерной принадлежности человека, никотин оказывает негативное влияние на половую сферу. Многие курильщики не задумываются о будущем и начинают потреблять табачные изделия задолго до заключения брака и рождения детей. И это сильно сказывается на способности женщин и мужчин к зачатию. У представителей сильного пола начинается нарушение вырабатывания спермы, снижается потенция, возникают все предрасполагающие факторы для появления рака простаты. У женщин происходит изменение цикла и дисбаланс уровня гормонов. Результатом этих патологических процессов становится бесплодие. Никотин проникает свободно через все барьеры, поэтому курение во время беременности приводит к таким проблемам у плода, как кислородное голодание мозга, мутации клеток и появление аномалий строения, гибель в утробе матери, мертворождение, преждевременное появление на свет, отставание в развитии. После рождения ребенок продолжает травиться никотином, получая его с материнским молоком. По статистике, такие дети начинают курить в начальных классах, а потом нередко добавляют к списку своих зависимостей алкоголь и наркотики. То же насчет пропиленгликоля из электронных аналогов, то это соединение, являющееся двухатомным спиртом. Это вещество, которое применяется в основном в химических производствах. В незначительных количествах его используют в других сферах жизни – косметологии, медицине, в полуфабрикатах и продуктах питания. Любители же электронных аналогов потребляют его постоянно и в больших количествах. Наносит ли он урон их организмам? Ответ однозначный – да. При постоянном вдыхании аэрозоля, содержащего пропиленгликоль, можно порождать заложенность носа и снижение обоняния, вызывать аллергические реакции, регулярно получать мощный удар по горлу, страдать от непрекращающихся воспалительных процессов, вызывающих чесотку, жжение и высыпание. В жидкостях для сигарет на самом деле отсутствуют канцерогены и смолы, способные вызывать рак, но, смотря в будущее, они способны нанести урон организму в других областях, например, влияние на слизистые оболочки глаз и дыхательные пути, воздействие на центральный нервный аппарат. Помимо описанных ранее, при курении в организм могут попадать смола, свинец, кадмий и никель, бензол, формальдегид, аммиак, угарный газ, мышьяк, ацетон, стирол. И это еще не полный перечень дряни, способный нас убить.
Описанные вещества с высокой вероятностью вызывают у человека рак, астму, респираторные болезни и головные боли, тошноту, головокружение, заболевания почек и повреждение глаз, повреждение репродуктивной системы и проблемы с кожей. Как показывает статистика, люди курят для того, чтобы снять стресс, а иногда и просто для гламура. Но сигарета лишь временно снимает стресс, в долгосрочной перспективе химические вещества, содержащиеся в ней, только вызывают больший стресс и проблемы со здоровьем. Представьте, что происходит с организмом при атаке по всем фронтам, имея в виду употребление алкоголя, неправильной пищи, курение и употребление кофе. Добавьте сюда недосып, и вот готов постоянный источник дохода для мировой фармакологии. Фармакология. Само слово звучит как заболевание. Плюсы реальные и мнимые. Не подумайте, друзья, что у меня предвзятое отношение к курильщикам. Табачные изделия, хоть и яд, но многие видят в курении плюсы. Мнимые, конечно же, но плюсы, иначе эта привычка не стала бы массовой. Так какие же существуют плюсы от курения? Безусловно, каждый курильщик сможет назвать ряд причин, которые будут иметь в его глазах положительный вид. К таким утверждениям можно отнести возможность расслабиться и снять стресс. В большинстве случаев человек становится курильщиком по причине возникновения разлада в семье или стресса на работе. Под гнетом стрессовых ситуаций он обращается за помощью к, казалось бы, единственному способу расслабиться – сигаретам. Почему так происходит? Никотин притупляет нервную систему и снижает напряжение, отчего человеку становится спокойнее и он расслабляется. Именно по этой причине при возникновении стрессовой ситуации курильщик бежит наперекор. В глазах некоторых выкурить дорогую сигарету – это возможность подчеркнуть свое место в обществе. Ведь от того, какие сигареты вы курите, зависит ваше положение в обществе. Стоит оговориться, что это мнимый плюс из прошлого. В современных реалиях первенство уходит электронным аналогам, так как они считаются более безопасными, хоть мы и выяснили, что это совсем не так. Да и в целом это молодежно и модно, правда только по мнению молодежи и моды. А не кажется ли вам, что подчеркнуть свой статус или вкус в моде было бы логичнее с помощью дорогих часов или авто? Раскрою вам секрет. Верхом статусности является хорошая физическая форма. Иначе какой смысл в вашем статусе и богатстве, когда разрушаешься от пагубных привычек? Способ перезарядить свои силы. Работая вместе с курильщиком, вы наверняка не раз замечали, как он почти каждый час бегает на очередной перекур. Психологи утверждают, что даже небольшие пятиминутные перерывы в рабочее время позволяют увеличить работоспособность и дать возможность мозгу отдохнуть от высокой нагрузки. Но что стоит заменить перекур, например, на чаепитие или на дыхательную гимнастику? Время тоже, но вместо вреда – сплошная польза. Возможность быть частью компании. Часть команды. Был замечен тот факт, что курильщики часто проводят время с другими курильщиками. Их социальный круг состоит из людей, с которыми можно поболтать, затянувшись сигареткой. Даже в юношеские годы многие подростки начинали курить только для того, чтобы вписаться в компанию. Да вот только нужна ли такая компания, которой мало того, что наплевать на свое здоровье, так еще и безразлично здоровье окружающих. Чувство мимолетной эйфории. Многими курящими людьми отмечено состояние радости, которое возникает после затяжки. Происходит это потому, что никотин вызывает освобождение эндорфинов, гормонов радости. Это приводит к возникновению эйфории, подъема сил, улучшения настроения. Но этот эффект кратковременный, и уже через полчаса организм начнет требовать очередную дозу удовольствия. А с увеличением стажа курения это чувство пропадает совсем. Спросив у курильщика, почему он курит, можно получить массу оправданий. Многие из них имеют связь с перечисленными мнимыми плюсами вредной привычки. Но случается и так, что у человека недостаточно сил избавиться от вредной привычки. Нельзя недооценивать силы никотиновой зависимости. И если курильщик утверждает, что он может бросить в любой момент, то это не является правдой. Не каждый сможет справиться с процессом отказа от курения. В современном мире, выходя на улицу, мы постоянно и повсеместно видим курящих людей. Но почему так происходит? Самоотравление стало нормой в современном обществе, далеко не случайно и не само собой. Это спланированная и годами выстраиваемая система. Людей просто программируют на самоотравление. Как же это происходит? Здесь стоит обратить внимание на то, как происходит взросление детенышей животных в дикой природе. Рождаясь, животное начинает копировать во всем поведение взрослых особей. Это заложено природой в качестве защитного механизма, чтобы животное научилось охотиться, добывать пищу, прятаться от опасности и так далее. И именно этот глубинный животный инстинкт есть и в каждом из нас. Рождаясь в этом мире, мы также копируем поведение взрослых, причем не только своих родителей, хотя приоритетным примером, несомненно, является именно их поведение, но и окружающих взрослых.
Именно эту особенность нашей психики взяли на вооружение табачные корпорации, да и не только они. На этой особенности психики действует практически любое программирование. Любая зависимость, которая насаждается в обществе, внедряется в сознание именно по этому принципу – принципу копирования поведения взрослых людей детьми. Все это, конечно же, можно отрицать и пафосно рассуждать о том, что у каждого человека есть выбор. А те, кто курит, они, дескать, просто безвольные люди. И те, кто так говорят, зачастую считают себя свободными и ни от чего независимыми людьми. На самом деле, те или иные деструктивные программы в сознании, так называемые паразиты сознания, присутствуют практически в каждом из нас. В ком-то более деструктивные программы, в ком-то менее. Психологи проводили исследования с 2-3-летними детьми, и те высказывали желание начать курить, когда вырастут, или как-то иначе позитивно высказывались о курении. Также родители отмечают, что дети начинают в игровой форме симулировать курение или употребление алкоголя, пускают дым, держат в руке имитацию сигареты или в точности воспроизводят поведение пьяного человека, разговаривают заплетающимся языком и ходят макаронной походкой. Стоит напомнить, что речь идет о 2-3-летних детях. И при всем этом в семьях этих детей порой никто не курит и не употребляет алкоголь. Исходя из таких наблюдений, сомневаться в том, что лет через 15-20 эти дети начнут заниматься самоотравлением, просто не приходится. И это тоже их осознанный выбор, который они сделали в 2 года. В рамках очередной показушной борьбы с мельницами был издан закон о запрете пропаганды курения, однако в законе сразу же создана лазейка для рекламы табакокурения, если такое действие не является неотъемлемой частью художественного замысла. Ссылку на полную статью вы найдете в описании. Ни для кого не секрет, что снять фильм или тем более сериал – развлечение не для простых смертных. Чтобы воплотить свой сценарий на экране, понадобятся тысячи, а то и миллионы долларов, и бедному художнику взять такие средства просто негде. И возникает вопрос, кто же спонсирует экранизации? А делают это различные спонсоры, и не за спасибо, ну а соответственно за рекламу. Нет-нет, не за ту рекламу, видя которую вы нервно переключаете канал. На такую рекламу сегодня уже почти никто не тратится, потому что все знают, как зритель к ней относится. Ничего, кроме раздражения, она не вызывает. Речь идет о скрытой рекламе, которая буквально вшита в сюжет, причем далеко не белыми нитками, а очень даже гармонично, эстетично, красочно, ну и так далее. Примеров в кино масса. Сегодня практически невозможно найти ни одного фильма, в котором не было бы хотя бы парочки сцен с табачным самоотравлением. В беседах на кухне, в перерыве между погоней за преступниками, за чтением романов и даже написанием стихов, главные герои обязательно пускают клубы сизого дыма. И все это не преподносится как наркомания, а напротив, показано как вполне естественное явление. Особенно пестрят подобными сценами молодежные сериалы, так как молодые – потенциальные потребители табака, так сказать, главная целевая аудитория, ведь у них снижено критическое восприятие информации, и им легче задурить голову. В популярном молодежном сериале «Физика или химия» независимыми экспертами было выявлено 49 эпизодов курения за месяц. Это, видимо, тоже сюжетная необходимость. Но не одними фильмами ограничивается начало зависимости. Все начинается с детства, а точнее, с первой встречи с отцом, который на радостях отмечал рождение ребенка и приперся с перегаром. Далее, тот же пример, но уже в осознанном возрасте, когда дошколята пародируют курящих взрослых, имитируя сигареты карандашами, зубочистками, да и вообще всем, что под руки попадается. Далее школа, а точнее социум, где есть компания курящих подростков, и если ты не такой, то являешься белой вороной, с вереницей прилипчивых прозвищ. После университет, и уже появляется статус крутого, когда выделяясь из толпы, ты можешь не угнаться со сверстниками в достижении близости с противоположным полом. Таким образом, в наше подсознание внедряют вредоносные коды, установки или программы, называть это можно как угодно, суть от этого не меняется. Принято считать, что курение – это всего лишь вредная привычка, но на самом деле зависимость от табака – это болезнь, которая даже имеет свое обозначение. F17. Каждый пятый в мире – курильщик. В России эта цифра еще выше, в нашей стране курит каждый третий. Зависимость подразумевает не только постоянное восполнение никотина, но и ритуалы. Выйти на перекур, взять сигарету вместе с бокалом вина, похлопать себя по штанам в поисках зажигалки. Все это привычные нейронные пути, которые организму не просто прервать, когда человек бросает курить. Поэтому важно избавиться как от физической, так и от психологической зависимости. Существует несколько методик отказа от курения, помогающие продержаться в наиболее сложные первые дни. Они будут действенны только в том случае, если у человека есть мотивация справиться с зависимостью. Никотинозаменяющая терапия. Пластыри, ингаляторы, жвачки, которые содержат никотин, доставляют его в наш организм куда более щадящим способом, чем сигареты. Плюсы. Помогают плавно избавиться от зависимости, постепенно снижая дозу и не подвергая организм шоку. Но как мы уже ранее упоминали, в таких аналогах никотина нет совсем, либо же его совсем маленькая концентрация, которая не приносит никакого результата. И по факту такие аналоги являются просто психосоматикой. Минусы. Не восполняют ритуал курильщика, когда человек привык брать в руки сигарету после кофе или во время перерыва на работе. Книги Алана Карра.
Метод заключается не в запрете определенных действий, а в развитии мотивации. Ален Карр, когда-то выкуривавший по несколько пачек в день, а затем ставший одним из ведущих британских и мировых экспертов по отказу от курения и других зависимостей, последовательно объясняет не только те минусы, которые касаются здоровья, но и другие, которые связаны с психологией. В частности, он указывает на подмену понятий «я люблю курить», «я зависим от курения», обращая внимание читателя на то, что зависимость – это слабость. Медитация. Может быть вспомогательной практикой в условиях стресса при отказе от курения. Доказано, что после нескольких часов занятий люди успокаиваются, и у них повышается самоконтроль и поднимается настроение. Гипноз. Самое важное при подготовке – это желание. Люди, которые приводят на кодирование своих близких, обычно получают обратный эффект. Человек не поддается установкам врача, а наоборот, после процедуры бравирует, что его ничто не берет. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Психотерапия строится на работе с дисфункциональными мыслями и иррациональными убеждениями пациента, например, такими: чтобы снять стресс, я должен обязательно покурить. Беседовать в курящем коллективе и при этом самому не курить практически невозможно. Бросить курить очень сложно, и я не могу этого сделать. Метод дает отличные результаты в сочетании с никотинозаменяющей терапией. Некоторые специалисты также используют гипноз. Электронные сигареты не помогут. Часто в попытке снизить никотиновую зависимость люди переходят на электронные сигареты. Увы, как показывают последние исследования, это далеко не безобидный девайс. Подобные приспособления поддерживают ритуальность поведения и содержат никотин. И со временем человек возвращается к обычным сигаретам, продолжая курить электронные аналоги, тем самым просто удваивая вред своему здоровью. Что нужно знать, прежде чем бросить курить самостоятельно? По данным Европейского журнала социальной психологии, формирование новых привычек занимает от 18 до 254 дней. Все зависит от возраста и способности нейронов создавать новые пути. В общем-то, им нравится бегать по уже протоптанным дорожкам. Именно из-за этого нам так сложно прощаться с обычной манерой поведения. После просмотра этого фильма просто прекрати курить. Не еще одну, не с понедельника, а именно сегодня и именно сейчас. Друзья, если вам нравится наша совместная работа и нравится моя озвучка, переходите на мой канал, там есть очень много чего интересного, и мне будет чем вас удивить. Ну а я передаю слово автору. Евгений, продолжай. Процесс отказа от никотиновой зависимости окружает большое количество мифов и домыслов. Все они появляются не на пустом месте, ведь производители сигарет не хотят терять своих потребителей, распространяя страшные истории о том, как тяжело бросить курить. К примеру, многим из нас приходилось слышать, что нельзя резко бросать курить, так как это не просто вредно, но и опасно для здоровья человека. Главный довод всех противников резкого отказа от сигарет – это серьезные последствия для всего организма. Якобы человек, который принял решение резко бросить, испытывает настолько сильные страдания и эмоциональные переживания, что намного проще постепенно снижать количество сигарет. Особенно это касается людей, которые находились в никотиновой зависимости на протяжении долгих лет. Но чаще всего попытки уменьшения количества сигарет ни к чему не приводят. Связано это с тем, что организм постоянно нуждается в поступлении новой порции никотина. Человек продолжает курить, а число сигарет постепенно становится прежним. Если принять во внимание все вышесказанное, можно понять, что все неприятные ощущения, возникающие во время отказа от сигарет, связаны с очищением организма от ядов и веществ, мешающих его нормальному функционированию. Получается, что это несет только пользу, хотя и вызывает определенный дискомфорт во время отвыкания от никотиновой зависимости. Бросайте курить, друзья, и это поможет вам улучшить свою жизнь. Проанализируйте сами, насколько мощная пропаганда курения, сколько тратится средств на рекламу, естественно скрытую, но очень эффективную. Раз понимая весь вред этой привычки, мы продолжаем курить изо дня в день. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, табачные изделия – это бомба замедленного действия. Посредством внедрения табака происходит контроль над численностью населения, рождаемостью и здоровьем человечества. Есть, конечно, в курении польза. Да вот только это польза для фармы, для медицины, для производителей табачной продукции. Мы своими руками конвертируем собственное здоровье и время в чужие деньги. Истории про то, что, мол, дед мой курил и дожил до 100 лет – это тоже не показатель, так как если бы не курил, то мог бы прожить и больше. Разумеется, у каждого своя голова на плечах. Вот только мысли, которые голова думает, и привычки, которые она вырабатывает, не всегда сгенерированные ею, а внедрены извне. Откажитесь от курения, друзья. Вы ведь ничем не рискуете. Хотя нет, риск есть. Риск стать здоровым и счастливым человеком.